На Кубке Сибири от Ленинска-Кузнецкого участвовали мастер спорта международного класса Павел Николовский и Николай Емельянов, тренер Сергей Квич. Первым в номинации «Военный жим штанги лежа» выступал 59-летний ветеран спорта Николай Емельянов. При собственном весе 65 килограммов, пожав 85, он установил рекорд России в Федерации НАП, Национальная ассоциация пауэрлифтинга, и завоевал золотую медаль. Далее в борьбу за призовые места вступил 45-летний Павел Николовский. В упражнении «Жим лежа» без экипировки при собственном весе 75 килограммов Павел вышел 162,5 килограмма и стал чемпионом Кубка Сибири, установив новый рекорд России. В номинации «Жим лежа» в однопетельной софт-экипировке Павлу тоже удалось установить новый рекорд России, пожав 220 килограммов. Он уверенно занял первое место. В номинации «Жим лежа» в многослойной софт-экипировке Павел тоже сумел улучшить рекорд России, пожать 270 килограммов и занять первое место. Таким образом, наши спортсмены установили сразу 4 рекорда России и привезли домой только золотые медали.